Слышь, Димочка, иди сюда. Они уже такие машины взяли читерские. Ой-ой-ой. Удар. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Радекс, Гусанёк, Васаби, Куёка, Арара, Чёрный Кот. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Всем здорово. Всем здорово. Сегодня мы будем записывать GTA 5 и режим погоня. Если тебе текушите, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться, угорать и жесткий делать погони. Погнали. Я для начала возьму вот такой вот не очень мощный грузовик, и пацаны должны меня остановить без выстрелов. Если они меня заблокируют, и я простой 10 секунд, значит, пацаны победили. Я буду брать более мощный грузовик. Дима, ну что, обернись. Пацаны, давайте, пробуйте остановить обернись. Меня. Обернись. А при чем тут обернись? А, вы вот так прям хотите жестко, да, сразу? Дима, ты проиграл. Ой, я еще не проиграл, вы чего? Еще пока не проиграно. Нормально, нормально, пацаны, держимся. Держимся до последнего. Пока миссия, могу еще двигаться. А, вы взяли, конечно, читерские машины, понабирали и решили у меня кат здесь включить. Хорошо, хорошо. Да я вижу. Обычные машины, это которые по улицам ездят, а не которые подонатили. Это не донаты. А какие это машины? Я не донатил. Вот это мясо вообще жестко. Я сам себя. Нет, я еще двигаюсь. Какой? Раз, два. Так, давайте Тиму выкинем воду просто. Да я дождусь, когда мы воды ехать и выкинем воду. Не-не-не, пацаны. Хорошо. Блин, ну надо, чтобы вы взяли машины медленнее. Вы сильно читерские машины побрали? Конечно. Это вы умеете. У меня 4D. Да я вижу, у вас очень мощные машины. И зато их, смотрите, они там, может, и мощные, но я их расталкиваю, как щенков. Дайте, люди, дайте Тиме уехать. Мы его сейчас с Васаби догоним и перевернем. О, давайте, давайте, давайте попробуем, получится у вас это или нет. Так, все, все, стойте, 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 психи. Тихо, конечно, конечно. Так, надо в следующую погоню сделать, чтобы взяли обычные машины с улицы, а не вот эти читерские свои. Все, дайте я отъеду. Вот это вы покромсали меня, мне не грузовик, а кусок говна стал. Ну все, давайте, пробуйте меня перевернуть. Будем, ребятушки, сейчас по красоте. Салом, Васаби. Я перешагаю тварь. Я тебя крутил, понял? Красиво, красиво, ребята. Еще будут. Дима, оберни. Ху-ху-ху, спасибо за ускорение, пацаны. Я рады, молодцы. Дима, под вот это сальтухи делаем. Нормально, нормально, едем. Я не остановился, я еще еду. Да, конечно, грузовик очень фуфлыжный. Если бы я взял грузовик, который дальнобойщики ездят, а я его в следующей битве возьму. Вот это жесть. Есть, есть, есть. Конечно, у них машины реально, скажу, очень мощные и быстрые. Даже мой грузовик не сравнится с ними. Вы меня еще не заблокировали, пацаны, пока не соеду. Так, Дима, я не понял, у меня машина 3 миллиона стоит. Ну так, мой грузовик бесплатный, краденый. Ну, это ты идешь. Спасибо. Дима сбегает. Так, так, так. Отлично, отлично. Дима. Вот так вот как-то, ребята. Дима, ты какая-то не валяш. Ну нормально, нормально, едем. Вот это вы там жесть творите, дичь полная. Нормально, нормально, я еще еду. Не заблокировали, ребята, ну не могут. Уж хотят очень сильно, но не могут. Запчасти отлетают. Просто едем возле него и не трогаем. Да, вы же поняли, что надо делать, чтобы меня остановить? То, что вы тараните, это так не работает. Вы должны просто остановить меня каким-то образом. Ну как это получится у вас? Тупо не тараните. Не, я скажу, когда можно. Знаешь, какую машину буду? Дайте Диме по трассе ехать. Я специально сворачиваю. Это вы меня... Это я регулирую, куда я буду ехать, а не вы. Дима,
Сашку машину надо было брать. Блин, машина реально у меня медленная, кусок говна. Не поставишь шипы. Можно не он. Не, давайте без шипов. Ай-яй-яй-яй-яй. Что, блядь? Где там Дима? Я выехал, ребята, я выехал. Мы это столько сильно его давили, что обратно перевернули. Вот это жесть, ребята. Если вам нравятся такие рубрики, где я буду убегать, а пацаны будут догоняться или что-то такое, пишите, нам нравится, или мы хотим. Куда с него? Вот это мясище. Спасибо тебе, паровоз вонючий. Нормально, нормально, ребята, я еще еду, смотрите. Очень крутые тачки, да, у них ДБЛ. Остановите его. Знаете, почему вы не можете остановить? Вы заезжаете под машину, вам надо было брать, знаете, что, типа, джипов или что-то такое, чтобы можно было мне реально блокировать. А эти ваши машины, вы меня не заблокируете. Смотрите, я даже нажимаю, видите? Вы, ну, вот, не профессионалы, сразу видно, ребята, а я профессионал, смотрите, что делаю. Мне машину поменять? А уже поздно, уже не сможешь ты. Могу, и догоню еще. Да, по головам, просто по головам едем. Прощай, щенок. А, вот, скажу так, смотрите. Отлично, отлично. Люди, стойте, отъедьте от Димы. От Димы отъедьте, быстро. Подожди, Дима едет. Просто регулируем Диму прямо, чтобы он ехал. Прямо, прям, блин. Вот это веселье. Вообще жесть. Вот это класс. Вот тут его можно застрять. Да, 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 да. Смотрите, нажимаем просто назад и по головам. Машины не подходят ваши для такого, просто не подходят. А вы не вставайте, поднимайте. Ха-ха-ха, вы мне помогли. Так. Отлично, отлично. Спасибо, пацаны, что вы меня толкаете. Так, я понял, что, знаете, это будет бесконечная езда у нас. Пацаны меня не остановят. Я буду постоянно двигаться, смотрите. Давайте дадим Диме скорую, поменяем скорую и поменяем. Вам надо было что-то брать, или микроавтобусы какие-то, или какие-то джипы высокие. Потому что, видите, вы заезжаете под мою машину, и все, и ничего не происходит. Вот это жесть, гром гремится, тут светухи крутит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А! Вообще изично, легенько. Смотрите, нажимаю вперед и просто еду. Вы не можете меня остановить, у меня мощи больше. Еще большой плюс, что играет, что снег. О, спасибо. Я как раз сюда и хотел. Подожди, Радик, ты сейчас такую же машину взял, сейчас вдвоем поедем. Не толкайте его, не толкайте. Радик, стой, жди меня, сейчас вдвоем поедем. Буксуем, 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 отлично. Все, вырвались. Давай быстрее. Бум. Джип взяли! Взяли джип, подлецы! У нас с ним два Кадиллака. Вы догадались, да, какие машины надо взять? Конечно, я говорил сам об этом, и, конечно, они догадались. Дима, у нас два Кадиллака. Ну все, теперь вы можете меня, в принципе, остановить. Легковые машины не подходят. Вы под меня заезжаете, а Кадиллак, видите? Не-не-не. Смотрите, и легко. И поехал. Ты отсюда не выйдешь. Радость, босс. Босс, давай. Давай. Нет. Помогай. Отлично, отлично, ребята, выехал. И в этот раз я тоже выехал. Поехали. Вот это жесть. Ой, аж подлагивает GTA. Да, ребята, не смогли. Мы его держим. Кто держит? Нет. Нет, вы не можете меня удержать. А представьте, я возьму мощнее грузовик. Вот это будет вообще мясо. Если вы видите бизнес... А, схватка. Ну и надо, у нас сейчас бизнес-схватка и так идет. Да, давай. Отчи, ты сбрасывай свой график, вонючий. Это так не работает. Ну вот это на Кадиллаке больше шансов, что меня не остановят. Нет, я туда не хочу ехать. Нет. Я уже понял, что вы хотите сделать. Это сваливать. Нет, ловите. Нет. О, спасибо. Я сюда и хотел. Нет, ты не хочешь. Аня. О, спасибо, что перевернул, спасибо. Молодец. Вы реально должны меня боком как-то поставить, да, и только тогда можно будет. Машину, конечно, мы потрепали сильно. Ой-ой-ой.
Странно, что она не дымит и не взрывается. Уже столько всего прожили. Дима, знаешь что? Единственная широкая машина это БТР. Не, БТРом нельзя, это будет нечестно. Подтверждай командный пункт. Щенок. Красота, ребята. Дим, а если он нам подвернул командный пункт? Нет. Тогда вы меня точно остановите. Надо, вам надо джипы брать. Если у вас были бы все джипы, вы уже остановили бы меня. Вот смотрите, легковая машина, что она может? Ну, толкает, да, остановить она не может меня. Вот и все, поехали дальше. Месяц едет. Вот и вырываемся. Ведет мы его на вот эту стройку, ведем. Ты куда? Поехали дальше. Так, пацаны, давайте будем искать грузовик тут помощнее. Если вы найдете, увидите, вы сразу скажете мне. Ну что, пацаны, смотрите, у нас уже ролик идет 10 минут, вы меня не смогли остановить. Хотя вы что говорили в начале ролика, что это будет легко? Ну что, легко? Да ты просто... Лаки. Ой, зачем я туда еду? Нет, мне туда не надо. Ну давай его, мне давай туда его. Не надо. Тут где-то взрывные есть контейнеры, к ним везите его. Взорвем! Нет. Мы же говорили, что заблокировать надо. Сорвем мамонта. Спасибо. Толкает меня сами. Бум. Уже летающие машины. Это вас не спасет. Почему ты его переворачиваешь? Да, пацаны, вы не слаженно играете. Переворачиваем его. Ну что? Нормально, ребятушки. Смотрите, как по красоте вырвались. Чем вы его на колесо? О, спасибо. Подталкиваете меня, ускорение даете. Поехали дальше. Пытайтесь его обратно на колесо. О, может трактор мне взять? Не, ну трактор вообще будет читерским. Хорош. Вот это жесть. Я его хочу утолкнуть на бок, и потом... Ой, Саня, держим. Нет, Дима. Как это нет, да? Нет. Может, все это... О, надо было вам хаммеры. Дайте хаммер синий. Вот он бы мог меня остановить. У него мощи хватает. Дим, я возьму одну машину. На ней пулемет, она ими не буду стрелять. Эй, заблокировали. Нет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Нет, я вот еду еще. Да ты сильно быстро считал, там 2 секунды еще. Ладно, будем считать, что вы меня остановили. Все, выхожу. Так, хорошо, давайте я другую машину возьму. Так, какую же взять машину? О, давайте джипик вот этот возьму. Придурок, что он делает? Или хаммер взять? Тут где-то хаммер, я видел, ездят. Вот, синий хаммер. Синий хаммер, все, я его беру, пацаны. Ну что, ребята, давайте, я на синем хаммере, я готов. Сейчас, только дайте мне фору. Фору небольшую дайте. Давайте, 3, 2, 1. Можете начинать меня останавливать. Первый раунд пацанам понадобилось около 10 минут, чтобы меня остановить. Слишком быстро. А что ж ты хотел, чтобы я буду сюда на грузовике фуфлыждом ездить? Нет. У меня теперь мощная машина. Хуёк, гений, спасибо. Красиво, ребята. Это был обманный маневр, который сработал. А теперь мы опять наваливаем. Просто наваливаем. Сзади, вижу. А что ты на летающей машине? Это... Давайте на колесной машине. А на колесной? На любой колесной, да? Извини, обстоятельства. Ну все, Дима, меняй на себя. Давайте, останавливайте меня, не можете? Дима, а на гусеничной можно, но это не танк. Ну вы не догоните меня. Я не сказал бы, Дима, тот танк без пушки, он быстрее поедет. У кого больше мощи, у хаммера? Танка. Смотрите, как красиво мы их обманываем всех. Блин, ну погоня классная, когда столько человек пытается меня поймать. Сколько получается? 6 человек пытается меня поймать. О, трактор. Я сейчас как приеду. Давай, Саня. Ой, подрезал! Вот бы поезд еще. Наваливаем. Быстрее надо скаливать. Убиваем его.
Вот этот трюк, вы видели? Дима, ты сказал на любой колесной машине. Она колесная. Ну ты сейчас КамАЗ, конечно, возьмешь. Это ты умеешь. Вот что покруче. Ой, я не увидел, куда еду, блин. Давай, давай. У меня колесо, что ли, заклинило? Или вы онлайн не клинят колеса? Уже не помню. Не клинят. Тут вообще убрали половину фишки. Ну реально у тебя мощный джип, мощнецкий, не спорю. Только главное, выигрывать же не машина, а водитель. Не важно, кто за рулем, важно, какой у тебя аппарат. Хорошо, давай, давай. Поспорим? Щенки вонючие, прощайте. Да. Дима, ты на 100% уверенный, что проходишь за мобу. Ну держи, держи его, держи. Не смогли, не смогли. Нет, Стишка, нахуй. Есть, вырвался. Нет, ты меня толкнул, я вперед проехал, он смог перевернуться. Стишка, смотри, что у меня. Люди, люди, давайте блокируем. Есть. Дайте я Диму кнопку. Вырвался, отлично. Наваливаем. Теперь ты просто скорость держать. Сами, давай. Посоветуй мне идею там. Ты мне идею там. Жесткую идею. Ты мне говорил не летающую. Сказал на колесах. Она на колесах не летает. А можно в танке, Дима? А танк догонит меня? Он так будет быстро ехать? Дима. Вот это вы прыжки здесь Привет. Устроили. Здорово. Они уже что угодно берут, но поймать меня не могут. Ха-ха-ха, лохи! Смотрите, дайте я Диму пну один раз, чтобы он понял свое место. Ха-ха-ха! Красиво уклоняемся по красоте. Короче. Я взял обычную конченую машину. У них там какие-то купленные мега-супер тру-турбо, ничего не работает. Отлично, ребята, по красоте. Обманываем, как можем. Дим, я сейчас поймаю момент, я тебя утоплю в реке. Нет, я улетел. Вот если я от вас далеко уеду, я выиграл. Нет, убивай меня, брат. Дим, я всегда буду рядом. Да ты сначала догони меня. Меня не убивайте. Бэтмобили не догонит, Дима. Отлично, ребята, мы просто красиво-прекрасиво сваливаем. Я просто встречаю взял. Я вижу. Здорово. А так кто это бессмысленно, он просто под тебя будет ехать. А его можно получается подбить, ты его сверху возьмешь. И кому? Давай. Да. Блин, этот снег реально раздражает, согласитесь. Да нет, все нормально. Это мы себя потом благодарим, потому что не он. Давай. Это было сильно. Давай я сзади. Спасибо, пацаны. Хорошие трюки делаем. Благодаря вам четко. Блин, ну прикольно погоняться в GTA 5 по всей карте. Горит сегодня ограничение большое. Здесь, блин, раздольство и веселье. Я сейчас Дима перевернул. Я хотел Диму пнуть. Себя пни. О, подождите, держите Диму, я хочу его поставить на место. Диму настолько сильно пнул, что он улетит. Человека убил за тебя, Дим. Ты имей совесть. Без совести. Вот это аж подлагивает у меня. Все, я вырвался, ура! Нет, они тоже рядом. Нет. Брат, брат. Да, ё-моё. Красиво, ребята, он хотел меня супер ударом своим пнуть, не получилось. Нет, вот это класс! Нам надо его подержать, чтобы я мог жопой подъехать. Тогда ему конец. Я его пнул по жопе, если что. Нормально, удар был четкий, я тебе говорю серьезно. Удар был сильный. Дайте я его пью. Вот это они меня хотят все поймать. Моща хавера, ребята, во что нас способен машина хавер? Никак. Так я могу Диму потом впинатить, я забыл. У меня уже машина кривая. Красиво. Ты подо мной проскакиваешь, кстати. Ого, там машина брейк заломала. Ого. Так, мужики, мой план получился. Я пнул Сани Диму. Сани, благодаря поезду я могу оторваться.
Ты там пока поваляешься, я поеду. О, вы себе разозлил тебя. Не в ту сторону, конечно. Я как в последний момент увильнулся. Так, и не того целил. Так, подожди, Дима. Чё, немного... Спасибо за ускорение. Вы же все тут. Я так вроде быстро ехал. Вот это удар. Даже грузовик, видите, и то было легче, мне кажется, остановить, чем эту. Дайте я Диме покажу, что это. Дима, остановись, я тебе покажу. Да не надо, я не хочу. Остановите Диму, я ему покажу, что такое удар. Нет. Подо мной проезжаешь, чувак. Я увидел, что такое удар, молодец. Нет, это не то, я тебе покажу посильнее. Надо по бездорожью, я понял, как от них надо сваливать. Только так вот. Полете, да, усадь. Красиво, ребята, ухожу. Привет. Куда ты там уходишь, Димочка, иди сюда. Они уже такие машины взяли читерские. Ой-ой-ой. Удар. Куда он полетел? Машина заглохла. Есть, завелась. Отлично. Нет. Вот это жир. И вот это класс! На команде. Давайте! У него же и двери нет, у него же не машина, а же корыто. Вы даже не толкать, а остановить! Вот это ударище! Ну вообще дальше едем, просто дальше наваливаем. Я просто Диму бью. В этом весь фар. Дима, мы не остановить тебя хотим, а поиздеваться над тобой просто. Я уже это понял. Если бы взяли бы обычные городские машины, у вас вообще никаких шансов бы не было. Я бы уже свалил бы просто через всю карту от вас. Ну, если мы тоже камеры взяли. В чем проблема? Вы еще друг друга-то раните. Да, у вас не слаженная команда. Светлинок, покажи, что это поиск. Это слишком, ты понимаешь, мы сильнее. Красиво, видели, как-то колеса четко встал вообще? Давай, вот сзади. Давай, сможете? У меня есть идея, как ты можешь его остановить. Ты ведь на скранжете, подъедь под него и подпрыгни. Так вы мне ударите, вы меня не остановите. Спорим ему прюха. А давайте его сейчас в тюрьму закину. Вот, давай. Держите его. Дима, вот веселье будет. Вот это они за мной там все мчатся. Ой, я под него подъеду. Знаете, Дима, я его пну в тюрьму прям. Привет. Привет. Как жизнь? Я когда она не видит, кстати, да. Да. Машина моя, вставай на колеса. Ну что, пацаны, вы меня не остановили. Давайте, если у вас 2 минуты, вы меня не останавливаете, то все. Я выиграл. Держите его. Я его в тюрьму запну, считайте, остановили. Давай, сзади. Ладно, просто пнем. Да он не пнулся. Я тяжелый для твоей машины. Нет, она рассчитана для твоего веса. Ой. Молодец, спасибо, что ты их растолкал. Тихо, рады. Саша, я уже не машина, а рахитка какая-то. Чихает, пердит. Ой, ара-ра. Камни двигаются. Давайте его в тюрьму заведем, внутрь тюрьмы, и там будем за ним кататься. Дима, знаешь, как мы тебя остановим? Как? Мы тебя двигатель сломаем, и ты остановишься. Кстати, да, мы можем сейчас за твою машину стать погореть. Так стреляйте. Не, нельзя стрелять. Нет, нельзя такого разрушения. Вы ж меня убьете сразу, если можно будет стрелять. У меня ракета, Дима. Мужики, его задержали. Отлично. Держите его, не бейте. Отлично. Да, вы же толкаете меня, видите? Вот вы неправильно делаете. Вы даже наоборот придавить меня, как фуру. Да вы придавите. Смотрите, вот первый встал, молодец. Спасибо. Давайте я его в рек. Давайте в реке и в реке его утопим. Ну что, ребята, еще минута, даже меньше, уже, наверное, 2 минуты прошло. Дима, давай 3 минуты еще, да? Чтобы все, ребята, я оторвался от вас даже. Нет. Отлично, ребятушки, ну что, вырвался я с их глав.
Дима, обернись, я уже лечу. Не вижу. Вон, растишка полетает. Долбаные деревья. Стреляй по деревьям, Джонни. Джонни, быстрее по деревьям. Отлично, ребята. Ну что, вырвался я с ихних уз. Да не вырвался, мы уже, мы рядом. Мы уже доезжаем. Ай, бараны сами. Ты баран, я тебя сейчас пну. Вот это я уехал от них. Дима, обернись. Ах ты тварь! А мы так не договаривались! Дима, ну ты говоришь, что нам трудно стоять, то можно стрелять. Это будет твои сутки перед роликом. Хотя не будем, Дима, машины. Все, поверю. Ну я выиграл в этом раунде, ну согласитесь, ну первый раунд, ладно, вы там выиграли с трудом. Ой, спасибо тебе. Вот он будет делать вашу работу всю. Ой, колесо пробили. Пробили колесо. А, васаби. Я по нам стреляю. У меня есть идея. Он пока возле забора, я его превращу. Машина горит! Это было веселье. Ладно, ну честно, давайте честно, ну не смогли вы остановить второй раз. Ну не смогли. Победили. А ну как вы победили? Я вам дал, вы мне выгоняли второй раз. 15 минут вы не могли меня поймать. Нет. 15, ну у меня же время идет, я же вижу, сколько я записываю ролик. Так что, ребята, первый раунд выиграли они, а второй раунд выиграл я. Нет, ребята, пишите, что победили. Мы в конце концов Дима умер. Лучше пусть напишет в комментариях, какую машину в следующий раз мне взять. Да, Дима, давай я тебе в следующий раз дам подвижной команды. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Спасибо. Дима.